помощь гуманитарного рейса Рината Ахметова продолжают раздавать на Донбассе. Более 100 тысяч семей уже получили продуктовые наборы. Их, а также детское питание, средства первой необходимости доставили сегодня в Святогорск. Как раздавали помощь переселенцам и как ее будут доставлять в города, где продолжаются боевые действия, знают корреспонденты событий. Соки 200-граммовые. 20 пачек. Соки, пюре, смеси. Это стандартный детский набор из гуманитарного рейса Рината Ахметова. Уже завтра этот пакет и еще сотни продуктовых наборов для взрослых отправятся с волонтерами в те города, где продолжаются боевые действия. Там есть люди, вот, которые лежат, да, вот инвалиды, которые просто уже умирают голодной смертью, падают в обмороки. То есть, ну как, это спасение человеческой жизни. Да, необходима она или нет? Конечно, необходима. Других путей там нет получать помощь абсолютно. В самом Святогорске более 10 тысяч вынужденных переселенцев из Донецка, Луганска и Горловки уже получили помощь, которую первым рейсом доставил гуманитарный штаб «Поможем». Людей много, денег у них нету, денег становится все меньше и меньше. Без этого я не знаю, что бы кушали некоторые люди. Для некоторых это как манна с неба. Местные власти говорят, помощь подоспела вовремя. Вы знаете, что в этих регионах не выплачиваются зарплаты, пенсии, социальные выплаты, поэтому людям просто не на что купить продукты питания. Поэтому вот прибытие этого гуманитарного груза, оно очень важно, очень актуально и очень своевременно. Если с продуктами питания ситуация стабилизировалась, то с наступающими холодами надвигаются новые проблемы. Где брать теплые вещи и чем отапливать базы отдыха, где живут переселенцы? Алексей Куделя, Игорь Липинский, события, канал «Украина».